Надо понимать, что один бессимптомный больной коронавирусной инфекцией может заразить одного человека. А если человек, у которого есть клинические проявления, пусть даже слабые проявления, то он в среднем заражает 3 человека. Поэтому я призываю всех жителей Республики Татарстан находиться дома, прекратить, то есть должно быть жизнь у каждого из нас складываться работа-дом, никаких бесцельных тусовок. И мы должны как можно дольше находиться в этом режиме. И, конечно же, уберегать и себя, и своих близких, лиц пожилого возраста и детей.